Привет, друзья! Мы едем отдыхать. Мы едем в... Ну, да. Ну, я еду отдыхать, а Юрчик меня везет. Мы едем в болгарские горы. Там можно кататься на лыжах и так далее. Но, в общем, надо попробовать местные достопримечательности в плане зимнего отдыха. Но так как у нас скоро Новый год, знаете, о чем я подумала? Я подумала о том, что на самом деле мы дарим подарки, да? Вот дарим подарки семье. Дарим подарки деткам, дарим подарки мамочкам, папочкам, подругам, друзьям и так далее. Но думали ли вы о том, какая система органов в вашем организме была молодец в этом текущем году, в этом 21-м? Например, вы предприниматель, и вы заработали офигенную кучу денег в этом году благодаря своему головному мозгу. Не хотите ли вы выписать ему подарок, потому что он заслужил этого? Потому что если проигнорируете, в следующем году может быть чуть меньше денег. Может, это вас, конечно, и не расстроит, но лучше бы было больше с ростом. Рост всегда вдохновляет. Так, вот это вот для тех людей, которые склонны прям себя благодарить. Но есть люди, которые склонны искать, что во мне не так, что во мне не так. Может быть, у вас есть какая-то провальная система органов, которая вас расстроила в этом году. Очень часто для женщин это, например, женская половая сфера. Ну, как бы хотелось бы, чтобы она лучше работала, да, то что-то не так. Ну, в общем, те органы и системы, та система органов, которые дали сбой в этом году. Впереди камера. Впереди камера, осторожно. Вот, и так далее. Значит, подарите ей, чтобы она лучше работала. Такой так себе поощрительный подарок. Ну, буду вам подсказывать, как это сделать. Как выписать системе органов подарок. Первое. Под этим видео есть ссылочка. Называется «Как получить дисконтную карточку в МСПИ». Вы на нее нажимаете, проходите простую программу регистрации для той страны, в которой вы живете. И на следующий день, вот видите, Юра за рулем, вот, а на следующий день он возьмет и вам отправит письмо вручную. Письмо благодарность за то, что вы выбрали самый качественный продукт, до которого вы можете дотянуться. Вот, и он отошлет вам ваш, сейчас это называется, сайт для заказа и алгоритм, как делать заказ. Вот, а также в этом письме будет очень ценная ссылочка на чат NSP вопросы-ответы. Сейчас там в районе 2000 людей, и вы туда можете попасть и задавать свои вопросы. Там я отвечаю, там Лерочка Милконова отвечает, там Леночка Макогон отвечает. И те девчонки, допустим, ну, всех не перечислю, которые очень хорошо разобрались в ассортименте NSP, знают, как что работает, проверены на себе, на семье и шире семьи. Вот, поэтому мы с удовольствием вас будем ждать в этом чате NSP вопросы-ответы. Да. Дальше, следующий вопрос, где брать подарки. Юра не дает мне улететь в сторону. Когда вы заходите на свой сайт своей страны, будь то Америка, будь то Канада, будь то Европа, будь то СНГ, страны постсоветского пространства, есть такое понятие, как наборы, и вы выбираете слово «наборы». Например, если я предприниматель и заработала много денег в этом году и хочу поблагодарить свой головной мозг, я выберу набор «Ясная голова». Если что-то там было не так, например, и в этом году пришлось переболеть ковид, и иммунная система дала сбой, и хотелось бы, чтобы она работала лучше, то я выберу, наверное, набор, который называется «Поддержка иммунной системы», как-то так называется. Очень многие выбрали бы сосудистый набор, потому что вы точно понимаете, длина и качество вашей жизни зависит от того, как работают ваши кровеносные сосуды и так далее. Может быть... Ну, не знаю, это... надо просто... Наборов действительно очень много. Вот. Может быть, самым таким главным и ключевым набором также является реабилитация желудочно-кишечного тракта. Если не знаете, с чего начать, начните с этого. И пусть ваш 22-й год будет годом шикарной работы желудочно-кишечного тракта. Потому что если качественно переваривать пищу, то качественно будете строить свое тело. Вот. Вот это то, о чем я хотела вам сказать, потому что, друзья,
друзья. Я понимаю, что вы любите окружающих, да, но себя нужно тоже любить и уметь за собой ухаживать. Надеюсь, была полезна. Успешного Нового года в плане здоровья. И помните, что Новый год мы с вами посвящаем реставрации тела. Не только реставрации, но и улучшению тела. Сделайте так, чтобы в 2022 году ваше здоровье было на твердую пятерку. Я вас верю.